прохода вот этого позиционного нападения сломала стучку у одного из игроков Витязи. Это была Ковалюшевка, и пришлось ему срочно бежать на смену. Кемелянин. Центр делает передачу, передача оказывается неточной. Ой, Ямиаки, первым на подборе, бросок, гол! 1-0, Витязь выходит вперед, и Миро Алтанен записывает на свой счет 8-ю шайбу в этом сезоне. Ну, а пас, он неточный. Причем как здорово твой Ямяки сделал. У него же ведь была возможность на скорости смещаться за ворот. И удачка-то уже сидела на щитках. Но у Ямяки аккуратно посылает шайбу в щиток Юлиусу Гудачку. Шайба отскакивает на пятак. Куда уже первым накатил Миро Алтанен. И в касание переправляет шайбу в ворота. 1-0. Было реализовано большинство. 31-й балл в этом сезоне набирает Миро Алтанен.